Куда отправлять больных в случае заражения? Один из насущных вопросов в разгар пандемии. В Московской области ряд медучреждений готовят койко-места, чтобы принять пациентов с коронавирусом. В Химкинской областной больнице для этого перепрофилировали хирургический корпус. Сейчас корпус готовится под поступление больных. Он оснащается новым оборудованием и оснащается кислородом и всеми необходимыми помещениями. Персонал проходит переобучение, чтобы работать уже непосредственно в новых условиях. Все эти меры носят превентивный характер для возможного увеличения количества больных, которые будут поступать в больницы. В настоящий момент хирургический корпус освобожден от пациентов. Их направят в больницы Красногорска и Долгопрудного.